настигла старость в подворотне. Бездомный, истощенный, старый пес. Никто не подаст воды и куска хлеба. Если он всю жизнь питался по помойкам и ночевал, где попало, то странно, что он вообще дожил до такого возраста, ведь средняя продолжительность жизни бездомной собаки 4-5 лет, а ему, судя по зубам, более 10. Но теперь его подобрали, будет жить в тепле, уюте, накормлен. Пусть живет, сколько ему отведено. Ребят, нам позвонили, что лежит ребенок. Очень старенький, очень хороший мой золотой, маленький, очень худенький. Просто скелет. Не бойся, малыш, лежи. Просто ребра. Привет, малыш. Привет, мой хороший. Привет. Привет, мой хороший. Ты такой старый-старый. Вы куда едете? Ты что, не видишь? Пес лежит. Так а что, я на него наеду? Ну. Нет, ну, да. Здесь паркуются машины. Все, я молодой человек, до свидания. Это вы начинаете говно здесь разводить. Ты его возьмешь? Сейчас возьму, сейчас я его докормлю немножко. Надо было снять его, как он болтает, вот здесь стоит. Тихонечко снять здесь его и интернет вывесить. Убери телефон. Подожди, да я его подкормлю, чтоб немножко. А потом я одену малыш, его домой. Малыш. Малыш. Просто скелет. Не бойся, малыш, лежи. Просто лежи. Сейчас. Хорошо? Не бойся. Не бойся, малыш, не бойся. Не бойся, солнышко, не бойся. Да? Вместе подготовила? Да. Пойдем, может, хорошо. Пойдем. Не бойся. Лапая. Есть у тебя шанс домой поехать? Очень видно, травмированная была собачка. Эй! Мальчишка или девчонка? Девчонка. Это в основном девчонки с такими травмами. А ты не поняла. Тяжело ей даже ходить на трех лапах.
сцене. Сегодня Сержику укусили в вольере, и я забрала ее домой. Маленькую, старенькую, ей уже лет 6-7, мне ее просто стало очень жалко. Поэтому Сержика будет жить дома, будет третьей старушкой, пока мы не найдем ей дом. За это время я попробую, может быть, она социализируется и как раз себя будет хорошо чувствовать. Да, малыш? Моя... Да, моя девочка, не бойся, моя девочка. Ну, Сержечка. Не бойся, мое солнышко. Да, вон ее на спинке сегодня укусили. Поэтому я не хочу, чтобы я... Да, моя девочка, все. Моя красавичка, все, будешь дальше. С этого дня ты домашняя собака, пока мы не найдем тебе семью. И даже если не найдем, будешь все равно доживать в доме. Я тебе это обещаю. Знаете, девчонки, она неприхотливая и почти никогда не пристает. Встала, покушала, отошла в уголочек, лапки подняла, в туалет сходила. Вернулась на место и лежит, смотрит. Ну вот сколько Бог даст ей пожить, пусть столько и живет. Стой, Кася.